Напомним, что прокуратура усмотрела признаки правонарушения в хореографической постановке «Оренбургских пчелок», а городская администрация на время разбирательств закрыла школу танцев «Кредо». После этого родители написали коллективную жалобу на действия властей. Чтобы дали работать, прекратили третировать. И почему средства массовой информации так вот обижают нас, детей? Это не какие-то там, я не знаю, распущенные, разболтанные, нормальные детишки, нормальным делом занимались. Ничего тут такого страшного. Мы, по крайней мере, вот на наш первый взгляд не усматриваем. Но, коль обращение есть, мы будем заниматься им. Добавим, что всего в 2014 году в адрес уполномоченного по правам человека и в общественные приемные поступило 2027 обращений. Это на 100 обращений больше по сравнению с 2013 годом. По 11% жалоб удалось восстановить нарушенные права. Чаще всего оренбуржцы просили оказать содействие в получении законной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в решении конфликтов с работодателем, в получении льготных выплат и жилья. Всего доклад об итогах работы за 2014 год насчитывает более 100 страниц. Теперь омбудсмен Анатолий Чадов перед областными парламентариями отчитается о проделанной работе и обратит внимание депутатов на слабость отдельных законов.